Ты сказал, что знаешь, где Сурт? Да, нашел кое-что в его святилище, когда был в Муспельхейме с Тором. С Тором? Не волнуйся, он этого не видел. Я не об этом волнуюсь. В общем, когда мы найдем Сурта, нужно будет убедить его слиться с его женой, Синмарой. Слиться? Да, в результате их... союза появится огромное чудовище, которое уничтожит Асгард. Ух ты! Прошу простить, я слегка сомневаюсь в успехе наших переговоров с Хрёсвельг в Хельхейме. Полагаю, что она к нам прислушается, если говорить будет один из усопших. Мимир, ты тут нужен. О, смерть — это теперь навык? Ну, пожалуй, я могу ненадолго оставить этих твоих. Брат, будь так добр. Хорошо. Благодарю. Мы вас позже нагоним. О, кажется, там, вдалеке, показалась кузница Сурта. Сурта. Где она? Думаю, Нифльхейм. Если мы спустимся вниз к башне, то, возможно, увидим кузню. Разошлись по своим мирам, чтобы преодолеть его? Могу их понять. Надеюсь, они поймут, почему теперь Рагнарёк нам нужен. Смотри, вон там! Раз я видел тут что-то похожее на кузню.
Мы должны быть готовы. Вдруг Сурт не захочет нам помочь. Готовы? Пророчество предрекает их с Синмарой союз. Но что они подумают об этом сейчас? Ты хочешь заставить этих первородных существ подчиниться? Ну, не знаю. Без них эту войну нам не выиграть, верно? Совсем рядом. Я слышу кузню. Что-то впереди. Будь готов. Это фантом! Враг оглушен! Эй, ты гори! Хотя ты уже и сам знаешь! Это наш шанс! Да!
Надо уничтожить родники! Вспотел. Найдем Сурта. Сломанные ворота. Мы уже близко.
Наверняка он. А мы спросим. Это не он, либо он не хочет слушать. Идем. Привет. Нам нужен огненный великан. Уходите. Что это было? Эй! Сперва разберемся здесь. Сурд, мы с него за это спросим. Не забудь, он нам нужен.
Я вам не помогу. Кто ты? Остаток. Того, кого ищешь. Почему не поможешь? Просто не хочу. Объясни. Мы умрем. Ну да. Тебе же точно есть ради чего жить. Не мне. Ей. Какой в этом смысл? Ты покинул Синмару и просто сидишь тут и ждешь своей смерти? Объединившись с ней, вы были бы вместе. Мы и так вместе. Ее сердце мое. Мое ее. Этого мало, но хватает. Но ты даже не... Ты уже был влюблен. Это приятно. Если Один победит, все миры, кроме Асгарда, падут. Да, он должен умереть. Правда. Но я не пожертвую ей, как и ты. Не пожертвуешь им. Прости. Идем. Стой. Эти клинки. Можно взглянуть? Данный огонь. Они не из этих земель. Неважно. Да. Может сработать. Что да? Вставь их сюда. И я пойду с вами. Но вмешивать ее не надо. Но в пророчестве сказано, что вы должны быть вдвоем. Точно сработает. А ради чего мне жить? Не здесь. Иди за мной. Идем. К искре мира. Что это? Место, где сливаются Нифльхейм и Муспельхейм. Где возникли самые первые миры. Вы не сможете здесь пройти. Сурт? Это я. Мне так удобнее передвигаться. Что ждет нас у этой искры мира? Магия. Первородная магия. Если взять ее, твои клинки и мое сердце, все получится. Я стану большим. Начну крушить. Тебе понравится. Но каким ты станешь? Не знаю. Это буду уже не я. Но как ты, вернее, новый ты, поймешь, когда нападать на Асгард? Рок ведь при вас, да? Да. Тогда все в порядке.
начале всего сущего? Да. И каково это? Громко. Что ж, вот она. Искра мира. Ого, как красиво. Что у вас там? Это слишком просто. Один знает, что Гьялархорн у нас. Он знает, что маска у тебя. И знает, что после смерти Брока мы будем искать Сурта и воевать. Но разве у нас есть выбор? Нет. Это он тоже знает. Это здесь. Как же Синмара? Может, надо ей сказать? Нет. Ей будет слишком больно. Больнее, чем не знать, что с тобой стало? Иногда. Приходится выбирать. Меньшую боль для того, кого любишь. Это просто нелепо. Обещайте, что не навредите ей. Даем слово. Сурт, если всадить в тебя клинки, можно создать нового тебя? Сердце Синмары холодно. Изумительно холодно. Теперь в клинках твоего отца мой огонь. Если влить в нее вдоволь огня, моего и искры, все должно получиться. Ладно. Подойди. Долго придется ждать.
отец! Сзади! Сзади! Алка! Другие стрелы! Браво! Осторожно! Теперь ты мой! Отец, скорее! Yeah!
Бесчестная крыса! Отрыв! Отец! Спасай! Ёпа! Подъем! Больно бьют! Никто! Пал Филипп! Сестра! Него!
случилось? Сурт, ты здесь? Отец, подойди! Можешь нам взять Асгард? Я жду. Отлично! Ты слышал? Нам только нужно будет позвать его к Гьялархорнам. Пойдем обратно в Муспельхейм. Оттуда уйдем через мистические врата. С ума сойти! Нам помогает Рагнарёк! Мансурта сработал! Ну, валькирии нам чуть помешали, но теперь Один точно занервничал. Он знает, что мы идем за ним. Подумай вот о чем. Мы войдем в Асгард, настанет Рагнарёк, и все рухнет. У Одина не будет шансов. Победа будет за нами. Гро была права. Гро не смогла предсказать, чем нам придется пожертвовать. Может, она не видела подробностей? Мы ведь справимся, правда? Должны. Рагнарёк все сильней. Эй, глянь на тот утес. Землетрясение его расшатало, и возник уступ. Еще войны Одина! Пришли доделать дело за валькириями! Сзади! Ёпа! Осторожно! Слева! Отец, сюда! Здесь можно забраться к вороту. Слушай, ты ведь повидал много войн. У тебя никогда не было такого союзника, как Рагнарёк? Был. И это существо не гарантирует нам победы. Ну да.
встряска. Если так пойдет дальше, тут все развалится. Еще Инхери! Берегись! Он тебе беврет! Сзади! Больно бьют! Гады! Будут атаковать нас снова и снова. Нужно вернуться. Ты молчишь. То есть, ты всегда молчишь, но сейчас как-то иначе. Я надеялся, что побоище для меня в прошлом. Я надеялся, что мой сын не застанет войн. Эрисмит! Нужно уничтожить щит! Эрисмит! Забеврёстили! Ну никак не угомоняться! Здесь Рагнарёк! Они знают, что это значит для Асгарда! Наездник его лечит! Go!
никак не угомонятся! Здесь Рагнарёк! Они знают, что это значит для Асгарда! Сзади, отец! Yeah!
появился кто-то еще. Ворота для этой расселины. Идем. Отец, мы поступаем правильно. Рагнарёк должен случиться. Мы все платим высокую цену за эту войну. И она будет только расти. Оно того стоит. Братья! Как все прошло? И да, один глупый Ван решил, что я ему больше не нужен. Рагнарёк ждет нашего зова. Как и армии Хеля. В основном благодаря мне. Кажется, война наконец нас настигла. Куда теперь, брат? У нас еще есть время до встречи в храме. Возможно, это последний шанс, отец. У тебя есть неоконченные дела? Глянем, в какой закоулок Муспельхейма ведет эта серия. Ого, выглядит знакомо. Да. Здорово вернуться в Муспельхейм, да, парни? Жжение в глазах, пепел на языке. Мечта! Заточить этот топор. Это пепельник, точно. Что ты знаешь об испытаниях? По слухам, Сурт подготовил ряд испытаний, чтобы можно было опробовать в деле свой арсенал. Чем лучше сражаешься, тем больше награда. Ну, как обычно. Привет, ребята. Я хотела сказать, если вам что-нибудь понадобится, приходите. Я буду либо здесь, либо в одной из старых лавок Брока и Синдри. Да, нам всем сейчас тошно, но я люблю, чтобы руки были заняты делом. Пора рубить.
рубить головы. Какие злющие клинки! Копье Одина рядом с этим просто палочка!